Так, программа по домам. Опачки, двойное яблочко. Кто вам дал разрешение сейчас заходить? Так, а нам не нужно разрешение? Вы присаживайтесь. Ты уверен, что разрешение не нужно? Конечно же уверен. Залетаем на Amazing Russia, ребята, залетайте тоже. Отменяясь промокод Monver, с помощью него вам дадут тачку, маленький фиат, а также бабло на 5-м и 10-м левле. Let's go! Здорово всем, молодые, снова залетел на Amazing Russia, и я сейчас не понимаю, я же был охранником в гостниках, почему на мне снова напялена восьмиклинка, и почему я снова в своей старой доброй балаклаве? Сейчас посмотрим, есть ли я в этой фракции или нет. Меня уволили? Какого хрена? Это я, знаете, рад только одному, что я не заплатил 10 мультов тому челу, который хотел меня по блату устроить. Он бы меня по блату так же бы и скинул. Стоять! Че он бежит за мной? Че ему надо? Че вам надо? Шоколада! Зачем вы идете за мной через весь город? Твоя BMW? Да, моя. А, за сколько? Че, ты хочешь купить у меня? Можно. 7. Блин, я ее за 5 купил как бы. Ну, госцена ее 5 лям. Ну, я тебе за 7 продам, как своему. Пойду еще одну такую же за 5 потом куплю. Нет, ты соглашайся, давай. Ну, у меня занято все. В смысле занято? А зачем ты тогда спрашиваешь? Я должен буханку продать и гослить. Ну, давай продадим твою буханку. Сейчас я осмотрю, погоди, твою буханочку. Так, ну я думаю, тут полтос где-то вот так примерно. Гослить ее? Спроси, как гослить могу гослить. Погнали к порту. Че, к порту? Ну, поехали сейчас, сольем. Поехали. Ты знаешь, где он? Да, конечно. Давай ты за рулем. Давай, 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 сейчас сюда едем. Так, слить автомобильчик по-быстрому, это мы умеем. Обращайтесь ко мне, так как я лично знаю Диму Перекупа. Сейчас сделаем все быстро и чисто. А вы давно на этой машине ездите? Как она вообще? Хуйня. То есть дерьмо, да? А, и вы хотите слить этот автомобиль, то есть в прямом смысле, да? Да. Хорошо. Мне просто нужно было удостовериться. Нет, ты попустил назад, я разворачиваюсь там. Во-во-во, вот здесь сейчас сольем. Нет, ваш автомобиль слит, я поздравляю. В гос слить надо было, в гос. Да мы слили, мы уже очень глубоко. Напиши админам, чили нас. Сейчас, погоди, допишу. На самом деле, я никому не буду писать, я буду ждать, пока мы откиснем в этом автомобиле. А чё, мы даже тонуть не будем или чё? Как-то не по плану немножко пошло. Мы здесь сидим уже минут 5, наверное, и нам вообще пофиг. Вот это крепкая машина. Чё, написал? Да, в процессе. На самом деле, я никому не пишу. Ой, бля. Ой-ой-ой. Самое главное, мы слили автомобиль по самой низкой цене, 0 рублей. Сейчас я вас, Данил, полечу. Что вы делаете, молодой человек? Я ускоряю лечение. Раздавить. Да ему нормально. Данил, у вас как, нормально дела? Вот, Паша уже запетушился. Блин, петух, отойди. Не трогай меня, петух. Что ему надо от меня? Что за курятник? Я думал, я в больницу попал. Паша, вы что, только с тюрьмы? Че, будешь долго сидеть? А все, я уже полечился. Че, куда пойдем? За машиной. Ну пойдем. Сейчас еще раз съездим. Если не имется. Давайте я за руль сейчас запрыгну. Я вам даю гарантию, что все нормально будет. Перекупскую гарантию свою даю. Знаете, Диму Перекупа. Данил, вы не волнуйтесь, сейчас мы точно сольем. Так, вот сейчас ответственный момент, мы опять подъезжаем к порту, главное не промахнуться. Так, сейчас ну, куда у нас? Сейчас налево. Туда. Налево. Не, налево, не туда, налево. Туда. Да правильно, да. Правильно. Правильно. Я... Немного промахнулись. Сейчас попуточку поймаем. Во, здравствуйте, вот к вам-то мне и надо. А чё, поехали в кавказскую мафию съездим? Надо обкашлять кое-что с ними. У вас там как ган имеется? Нет. Так-то бы ган желательно. Вот он тоже хочет, по-моему. Погодите, стойте. Сейчас мы его заберем. Это челик кудрявый, здоров. Стой, иди сюда. На движуху поедешь с нами, Андрей, Андрюша? Здравия желаю. Ох ты ж, нихрена вы как объявились, бля. Он не при исполнении, он не имеет. Да я что-то тоже смотрел, как-то кудрявая форма у него сильная. Ты, Андрей, давай не прикидывайся, садись в машину, с нами поедешь. Давай садись. Давай уже сядь ты с нами, поехали.
Садись, во, бля, сразу бы так. Все, едем. Давай вот к этой шляпе прямо подъезжай. Соня, давай это сфоткай, типа мое. Погоди, сейчас, иди сюда. Сейчас я тебе кадры вообще классные сделаю. Так, как тут анимации? Стойка. Давай, фоткай, типа мое. Андрей, давай залазь, у тебя когда еще такой шанс будет пофоткаться? Вы что там фотик-то просто так носите, хоть в руку-то возьмите его. Да все, я сфотографировала. Блять, а фотоаппарат у вас, да что? А вы, Андрей, останетесь без фотокарточки теперь. Андрей, вы что боитесь? Андрей, идите сюда, тут никого нету. Так, программа по домам. Опачки, двойное яблочко. Вот сами меня мама зовет, сейчас приду. Давай. Прям сейчас по-любому этим пацанам расскажет, он по-любому из этой фракции. Сейчас мы тут пока забьем двойное яблочко и расчпыхаем очень жестко. Надо сделать РП-действие палочками. Все, чпыхнул двойное яблочко. Отлично. Во, кто-то вот пришел уже. Если что, я притворюсь, типа я завсегдатый в этой организации. Кто вам дал разрешение сейчас заходить? Так а нам не нужно разрешение? Вы присаживайтесь. Ты уверен, что разрешение не нужно? Конечно же уверен. Хорошо, вот эта информация. Я пишу администратору, и там уже проверим. А, то есть вот так вот они решают вопросы? Я-то думал, вы тут захотите двойное яблочко чпыхнуть, а вы тут себя вот так ведете сразу. Информация, это нон-РП. Где его наебусит? Да, это не нон-РП, это фулл-РП, это передос-РП. Ты понимаешь? Это нон-РП, потому что вы заходите на территорию без ведома чего-то. А ее кто-то охранял? Дверь открыта, мы зашли. Покажи мне доказательство, что она была открыта. Так мы перелезли через калитку, да и все, что нам? Это ключ или карточка, чтобы зайти сюда. Какая карта? Сюда, ты смотри, дверь. Тут замка нету, я свободно захожу, выхожу. Где замок здесь? Покажи мне, где здесь замок. Хорошо, где ворота были открыты, ты можешь... Так я перелез через ворота. А вам это кто-то разрешал, нет? Так, а где-то тут табличка есть, что нельзя перелазить или что? Ну, а кто-то не читает УЦ правила проекта, УЦ закрыт. Какие УЦ правила проекта? Головой думай своей. Да я подумал трижды, залез и чпыхнул кальян. Смотри, давай подумать же может, да, то что здесь стоит забор. Хорошо. Что здесь стоят машины. Окей, значит, здесь я... находится там какое-то предприятие, как минимум. А что вы скажете на то, что я уже сфоткался с вашими машинами, типа это мои? Может быть, это вообще мой особняк. Вы правила читали вообще, нет? Данное место, где ты находишься. Вот так я сфоткался. Люди ходят в определенной одежде. Так. В какой одежде? В определенной форме. Ну, посмотри. Не вижу, у вас что-то какая-то... Да у вас распиздяйская форма. Я вот одет с иголки. Ты рот бы сразу закрыл? Или ты просто здесь свои зубы оставишь, если не угомонишь? Да ты не угрожай мне, не угрожай. Что там дальше-то? Ты угрожаешь мне, алё. Я тебе не угрожаю, это ты мне только что угрозу кинул, я тебе вообще ни одной угрозы не сказал. Внимание, нас камера снимает, если что. И? Фиксируйте. Ты сказал, что нас кончили шмотки, зачем ты так говоришь? Мне они не понравились, это оценочное суждение, мне не понравилось ваш шмот. Что это за пижамы, блядь? Зачем ты говоришь человеку, которому нравится эта одежда, в которую он ходит? Вы говорите, у вас какая-то определенная форма. Для моего возраста в этой семье одежда такая. Что-то какая-то ебучая одежда, если честно. Ой-ой. Я тебе сейчас буду будку бить, если ты не угомонишься, не покинешь территорию. Нихуя себе. Чё борзый? Потому что могу себе позволить. Это на каком основании? Потому что находишься на моей территории. А тут где-то написано, что это твоя территория. Где тут? Ты вообще тупой, вот откуда я знаю, что это твоя территория? Давай я скажу, что это моя территория. Ну, как минимум, я живу, как минимум, стоят мои автомобили. Где здесь твои автомобили? Я могу ходить, брать, открывать свой сейф с моими личными вещами. Как минимум, могу зайти в свой личный кабинет, как минимум, могу зайти в свою личную комнату, как минимум, могу ходить здесь. Ну-ка, покажите сейф со своими личными вещами. А тебя волнует мой сейф? Ну, вы говорите, что вы можете открыть сейф. Я вот вам не верю просто. Окей. Если не покидаешь территорию, я буду готов... накидать тебе там пару лещей. Это было второе предупреждение. После этого предупреждения я полное право имею, отправить тебя в больку. Он накидает мне лещей или нет? Или могу уже применять оружие, либо, Да какое оружие? Табельное, Какое табельное? У вас что, по табелю оружие выдают? Да. Пизда. Покидаем тебя. Не целься на меня, не целься. Сейчас будет бойня. Ой-ой-ой, началось! Побежал, что отсюда. Нахуй ты стрелял-то? Чё ты
очкуешь-то, блядь? Нифига, я очкую, у меня, блин, пустые руки, у него ствол. Кто из нас очкует-то? Кто из нас очканул-то сейчас? Ца информация, админ, они правы, тут все нормально. У нас лютая РПшка. Да админ в баню их обоих отправляет, да и все. У меня человек, который сейчас лег. Я его нанял как оператора. В качестве журналиста. В чем проблема? Я снимаю доказательства. Да-да-да, мы сняли репортаж об этих грязных бандитах. Какой меня это волновать не должно? А как вы попали на данную территорию? Я тебе говорю, перелезли, ты забыл. Если были бы мы неправы, нас бы сейчас вот эта информация откинули бы за нон-РП или ДР. Да он улетел, потому что вас оператор отмазал. Че ты мне тут брыкаешься? Бля, заебал, сука. Бля, вот пес. Не, ну тут без шансов, пацаны, у него ган был. Так, берем автомобиль на движуху. Номера не мои, это самое главное. Сейчас берем ган и идем в последний бой. Так, где там СВД? Дайте мне сюда. АК-105. Все, дайте мне. Во. Блин, надо вот здесь на лесопилке найти пацанов. Даже Тони Монтана вкалывает здесь. Пацаны, погнали на рейд, я вам забашляю. Надо одних челиков взгреть просто. Там зашел, вышел. Сейчас, да погоди, мы вдвоем не справимся. Или ты справишься? Сколько ты это сможешь двоих человек ебануть или нет? Так, пацаны, все, погнали, короче. Да тут смотрите, тут рукой подать, мы пешком даже доберемся. Пиздаем. Во, вот эти пацаны мне больше надежности внушают. Залететь нахуй к ним в берогу вообще не вопрос. Сейчас у нас водила вернется. Я смотрю, вы вообще на боевом настрое. Сравнять там нахер все с землей. Хера он агрессор. Если хотите найти жестких пацанов, приходите на лесопилку. Блин, главное, чтобы эти приготовления зря не прошли, чтобы там пацаны на месте сидели в своем особнячке, потому что мы реально жестко сейчас собрались впятером. Че, все, отправляемся? Да-да. Ну да. Поехали. Так, давай, направо. Так, и че, где они, испугались, что ли? Они Андрея обосрались, вот и все. Какая вероятность, что они внутри? Большая. Погнали, залетаем. Все, заходим в хату. Точки возврата нету больше. Вот, там есть. Идем в хату. В хату. Там идут. Бля, там пацаны, там чел же с ганом. Это один из них. Он сейчас своим расскажет, и они сюда толпой залетят. Что вы тут забыли? О, здорово. Я же говорю, одежда у вас хреновая. Вот так easy вот. Win. Вообще возмездие поперло. Опа. Это что за сталкер? Повторно спрошу. И что тут? Каптурчик здесь. Кто это вообще такой? Ясно, за каптурчик отлетел за всех пацанов. Ну, вот так вот, пацаны. Пацаны отлетели все за ДМ, посмотрите, всей толпой. Ясно, стуканули. Ну, в принципе, вот так вот, да? Ну, кто из нас хуже, я не знаю. Как-то пацаны вот так вот, ребята, это были жесткие пацаны. Дайте-ка я с ними даже сфоткаюсь, вот так вот, пацаны. Ё-моё, ну и жесть была. Все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте комменты, делайте выводы. Все, ребятки, всем пока.